Может быть, вот такая какая-то канитель, я... А чё вообще, подождите, а чё? Я мог же ничего не делать, получается! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, добро пожаловать в счастливый стаканчик вновь! Давненько не было этой игры, и чё-то я захотел снова порисовать, поиграть, поделать наш грустный стаканчик несколько более счастливым, чем он есть. Предлагаю сделать вот так, наверное, и он наполнится тогда. Собственно, да, он наполнился, вот мы сразу же исправились. Погоди, а почему? Чё, я всего две звезды собрал? Серьезно? Ну-ка еще раз. Нет, так не получается. То есть надо как-то несколько поменьше потратить. Ну смотрите, есть какая идея. Есть, в принципе, вот такая мысль. Да блин, что ж ты будешь делать? Его сильно, видите, его сильно пидорит вправо, и он заваливается. Надо как-то пройти и попытаться так, чтобы три звездочки получить. Мне все-таки хочется по красоте это сделать. О, пожалуйста. Во, вуаля. Другое дело, все, три звезды. Отлично. Получилось, давай дальше, поехали. И что это такое, типа? О, боже мой. Как-то не супер, по-моему. Давайте вообще посмотрим, что будет, если мы просто вот свободный полет отправим. Вот такая хрень получается, да? То есть мне желательно, чтобы... Ну-ка. Нет, нет. Мне надо, чтобы вот эта хрень, она не падала, короче, на стакан. Мне надо, чтобы вот эта штука на стакан не падала. Как этого добиться? Вот так, что ли? Нет, нет. Надо, чтобы перевесило куда-то в другую... Вот, давайте вот так вот это сделаем. О! Смотрите, как четко я эту закорючку рассчитал, прям идеально, брависсимо, окей. Окей, понеслась, три звезды получили, поехали дальше. Оп, да, блин, ты че? Ты тупой, что ли? Я ж тебя нажал вроде бы. Че-то не зафиксировало, погодите. Что ты смотришь? Что ты смотришь, дебил? Высасывай давай воду там. Все, отлично. Получилось? Нет, это две, три звезды или две, или сколько? Три, наверное, да? Там же три звездочки, значит, три, наверное. Слава богу, да? По-моему, тютелька в тютельку вышло. Просто вот идеально, миллиметрик в миллиметрик. Еще бы чуть-чуть вот бы прорисовал бы писюлечку маленькую карликовскую. И все, и жопа, понимаете? Лавит. Так. О, балдеж. Балдеж. Балдеж это здорово, конечно. Балдеж это здорово, но у нас тут дальше важные дела. Важные дела по прорисовке всякого веселого, интересного. Ну-ка, подожди. А, понятно. То есть вот эту хрень надо как-то уронить, да? Как же это сделать? Давайте думать, как же уронить эту херню? Может быть, типа, вот так? Не, ну, подождите, как толкнуть эту гадость? О, смотрите-ка. Половину-то все-таки заполнили, да? Половину заполнили. А что если... Смотрите, как сделать. Ну-ка. Ага, чуть больше половины, да, заполнили. Так, хорошо. А если прям вот взять вот и вот смотрите, и вот так вот ровно. А, это не то, это не то, что я хотел. Блин, это не то, что я хотел. Надо именно, чтобы ровно вот. Вот может быть. Смотрите, вот эта штука, она стоит вот. Тут не просто так же клеточки, да? То есть можно две сюда и две сюда. Все равно нихера, да? Ну, как бы оно заполняет ему до глаз, а дальше уже нет. Дальше уже не... Да, надо ронять вот эту хрень, значит. Эту хрень надо как-то ронять. Ну-ка, давай. Да что ж ты делаешь-то, а? Ну, чё ты, ну... Потолкни ты эту херню, ну, в самом деле. Нет, это не то, понимаешь? А, слушай, я придумал! Вот! Вуаля! Сейчас зальем, наверное, нет? Нет. Блин, еще хуже стало. Да что ж ты будешь делать? А, ну-ка, если вот... Вот, вот, вот я думаю, вот это... Да, 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 это сработало, это прекрасно, это замечательно, это я доволен. Окей, поехали. Снова у нас три звездочки, мы снова все завершаем и снова выбираем следующий уровень. И снова смотрим рекламу, на этот раз какая-то зеленая елдовина летает и тыкается тут во всякие пропеллеры. Но нам это не интересно, зеленая елдовина нас не интересует совершенно. Уровень 49. То есть... Так, что ли? Блин, ну это я перестарался, видите, сильно дохера я потратил. Не, подожди, подожди, мы так действовать не будем. Мы пока пойдем дальше, а потом я вернусь в этот уровень и соберу оставшиеся проценты. Соберу оставшуюся звездочку каким-то образом.
Ну-ка, подождите. Ну понятно. Ну тут как бы все ясно. Нужно нарисовать еще один вот такой квадратик, и все будет зашибись. Давайте отмерим, где он должен быть. Вот здесь вот, по-моему, где-то, если я не ошибаюсь. Вот такой вот. Да. И сейчас все вот туда перекатится, перекотится, наполнится и будет отлично. Будет великолепно. Видите, вот мы не потратили ровным счетом толком ничего. Толком ничего ровным счетом не потратили и уже все сделали. Бутылочка заполняется, анализы сдаются потихонечку. Прикиньте, если вся эта игра это сдача анализов в поликлинике. Надо бутылку заполнить, человек, чтобы это сделать, вот через такую вот херню проходит. Было бы обидно за него, наверное. Так, вот здесь, я так понимаю, мы должны как-то... Да. Здесь как-то так мы делаем, только букву П такой, полный пипец, пипец полный нашему стаканчику организовываем, он захлебывается. Слушайте, а представляете, если он захлебывается на самом деле, бедный стаканчик, а мы даже не подозреваем. Тогда, с другой стороны, вопрос, а что он счастливый? Ну, может быть, он такой суицидальный стаканчик, ему надоела эта жизнь, он хочет захлебнуться, наконец. Так, тут, вот видите, орет музыка какая-то суровая, да, мы это все закрываем. Это тоже мы закрываем, не надо ничего таскать, не надо, убери свой пальчик поганый. Так, вот у нас какая система. Надо навертеть вот сюда, получается, да? Ну, а как это сделать, подождите? Ну, я предлагаю вот так вот сделать. Попробовать. Так, вот оно нашвыряло. Ну, в конце-то концов, ну, чуть-чуть осталось, блин. Совсем же чуть-чуть осталось. Хоп-хоп. Может быть... А, тут видите как? Надо в эту сторону, чтобы больше было, да? То есть, я... Смотрите, я, кажется, понял. Мне нужно, чтобы вот это плечо, оно было... Нужно, чтобы оно было больше. Вот так, чтобы это шло. Да, да. И тогда у нас угол наклона идет другой, и мы как бы все заливаем, и все, и профит. И профит. Все, великолепно. Великолепно. И стаканчик доволен, стаканчик счастлив, стаканчик радуется, охеревает просто от восторга. Это прекрасно. Все, мы тут тоже завершили, тут тоже все сделали, погнали на следующий уровень. Не понял. Типа так или как, я не знаю. Куда это все? Что это вообще? Что с этим делать? Мне что, еще один такой вот вентилятор нарисовать сраный? Или чего? Подождите. Да, ты можешь нормально нарисовать ту херню-то? Блин, вообще все просрано, погодите. Вообще все просрано просто... Просто подчистую все просрано. Ну-ка, давай вот так. Ай, блин, хреново нарисовал. Я, видите, как думал? Я думал, типа, отсюда перетечь. Блин, я не знаю, как вот этот уровень пройти. А, есть у меня одна идея. Подождите, есть. Одна мысль имеется. Во, вот такая. Да. Ой. Не-не-не, вот это обидно сейчас. Я взял подсказку. Смотрите. Вот так. Что такое? Вот так вот мне предлагают, короче. Ну, вообще, да. Да, в принципе, можно было догадаться. Ты как бы закоротил работу вот этих вентиляторов. Просто вот так вот сверху положил. Да, да. Тупанул. Тупанул, ну бывает. 158 звездочек из 2160. Всего ничего, чуть-чуть звездочек. О, опять на нога стоит, чмо это бежит. Всего ничего, чуть-чуть звездочек. Буквально совсем маленечко звездочек. Прям слегонца звездочек, знаете. Ну, если честно, блин, звездочек до хера. Если честно, звездочек прям до хера надо заработать. Я уверен, что в Голливуде столько звездочек не ходит. Да что там говорить? У какого-нибудь Киркорова или Баскова в гостях звездочек никогда столько не было на концертах или еще где в их тусовке там. Ну, это просто жесть. Что уж там про Голливуд-то говорить? Ну, я не знаю. Я не знаю, на самом деле, что сказать, ребята. Здесь вот опять тоже, видите, вот в эту сторону крутится эта хрень. Значит, надо, по-видимому, как-то вот так вот. Нет, оно крутит, значит, наоборот, значит, надо. Подождите, значит, может быть, во, как надо. Я придумал, как надо, смотрите, как надо. Берем и вот такую букву П делаем. Там прямо вот так вот за пунктирчик вылетело. Прям вот слегонца совсем вылетело за пунктирчик, но этого хватило. И это замечательно. Я считаю, что это прекрасно. Давай, следующий уровень, поехали. А вот это интересно. Ну, а чё бы вот так не сделать? Охренеть, сразу два наполнить. Ну, это какая-то жесть. Оно должно долго так... Ну. Вот я чуть-чуть, сука, не дотянул, понимаете? Надо прям, надо вот так и ровно отпустить вот здесь. Да? Все, вот теперь сработает, я думаю. Сейчас оно равномерно накапает туда и сюда. Ты издеваешься? Вот эта загогулинка сраная у меня получилась, и она мне все испортила, понимаете? Сраная загогулинка мне все испортила. Сейчас в эту сторону загогулинка не... Фу, вот это вот тут вот вообще вот...
там вот вообще там вот, вот так вот оно. Но этого хватило. Этого было достаточно. И 3 звезды мы получаем. И я король. И я считаю это прекрасно. Все, поехали. Оу, вау, да. У меня, кстати, вот так ровно не получается. Я не знаю почему. Я играл в эту игру, у меня все как-то кривовато оно разрезало. Так, поехали. Что на этот раз? Как оно вообще действует? А, вот эта херня типа упадет сверху. А, оно не, видите, оно не позволяет, да? Тут почти, вот эта вот хрень почти уже наполнила вот эту хрень, пока вот эта хрень не упала. То есть, чтобы эта хрень не упала, мы должны делать вот так, наверное. Ну, собака, как это такое? Нет, так дело не пойдет. Хорошо, я понял. Давай сейчас по-другому. Смотрите. Сейчас, секунду. Ой, чё я на... Ой, чё я на... Чё я нахероборил? Какого-то говна. Как же вот эту срань? А что если, погодите... Нет, оно упадет, правильно? Оно все равно упадет. Так вот как-то. Сейчас мы проверим это. Да, успел. Ага, уже поздно, сучка. Ты накрыл меня с головой, но это уже поздно. Это уже не имеет никакого значения. Понеслась дальше. Что у меня там еще по уровням? Давайте посмотрим вообще. Вот выйдем на экран уровней. Да подожди ты. Так. Я уже нахожусь в новой какой-то. 18 из 30 собрано. 29 из 30 собрано. Вот, смотрите. Я уже перешел, оказывается, на новый этап уровней. А, вот только что я это, собственно, сделал, да? Поэтому надо... 18 из 30, погодите. 18 из 30, 29 из 30. Во, вот это 29 из 30. Смотрите. Вот здесь вот где-то, да, вот этот вот один у меня не получился. Вот здесь вот у меня не вышло. Не вышло у меня здесь, понимаете? Хоп. А на этот раз вышло. Гляньте, как я четко цепанул. А? И 3 звездочки. И блестяще, и брависсимо, понимаете? Тут получается шар и вот такое говно. И как бы надо как-то защититься от шара, наверное, вот так я считаю. И в принципе все. Ну а что еще делать? Все, великолепно. Просто щелкаем, как семечки, как орешки, щелкаем вообще. Идеально просто. Просто офигенно. Я великий рисовательный мыслитель. Рисовательный мыслитель, ребята, да, есть такие люди. Смотрите дальше, какая хрень. Вот я вот уже вижу, как бы, что... Вот, что важно, чтобы вот это говно не вмешивалось. А как сделать так, чтобы оно не вмешивалось? Наверное, нужно его зацепить. Вот таким образом, да? Но я слишком много нарисовал. И таким образом я просрал 1 звездочку. Нет, так дело не пойдет. Ну, блин, немножечко, сука. Немножечко я. Да не получается у меня, блин. Это все не то. Да, блин, ну опять он старается слишком активно, он нарисовывает. Скип, давай, ретрай. Скип, ретрай. Еще хуже получилось. Как же сделать так, чтобы это падало? Да вы-то идите, ну, без вас не достаточно, что ли? Я и так тут вырисовываю, стараюсь как-то. Кренделя выписываю, блин. Уже вроде бы и прошли уровень, и все равно непонятно, что делать. Да, это рожи эти смотрят на меня своими глазюками. Так, давай, старт, поехали. Ну и чё? Может быть, типа вот так, я не знаю. Просто в сторону. Ну, конечно. Ну, блин, разумеется. Все, поехали. Так, следующий уровень. Ну, а здесь я не знаю. А здесь я, ребята, я даже не знаю. Может быть, вот такая какая-то канитель. А чё вообще? Подождите, а чё? Я мог же ничего не делать, получается. Или что? Я ж мог ничего вообще не делать. Оно само там что-то повертело, покрутило и туда нахероборило, и все. Ну, а здесь как бы вот, наверное. Ой. Нет, это. Это слишком. Еще раз, смотрите. Вот так. Нет, это тоже слишком, но это слишком в другую сторону. Мне надо, короче, что? Мне надо вот такую какую-то хрень сделать. Ой. Нет, это все не подходит. А, смотрите, как еще. Может быть. Хоп. Да блин, ну куда ты? Я пытался вот за эту хрень зацепить. А, подождите! Ну конечно. Смотрите, берем вот так. 1, 2, 3. Вуаля! Мы наполняем бутылочку. И переходим на следующий уровень, получающий 300 монет. 300 монет я
получил, все, вот мы завершили, следующий уровень, и там уже идет новый блок, но это мы будем смотреть, да, вот реклама какая-то пошла, это мы будем уже смотреть в следующий раз, может быть, если я буду играть, пока я на этом серию заканчиваю. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.